Ты когда-нибудь сталкивался с проблемой, которая была... такой... большой? И казалось, что шансов ее решить нет. Давид – один из моих любимых библейских героев. Давид родился в Вифлееме. Он был самым младшим из 8 сыновей Иессея. В детстве Давид пас овец и бесстрашно защищал их от диких зверей. Однажды Господь велел пророку Самуилу прийти к Иессею и помазать одного из его сыновей на царствование Израилем. Выбор пал на Давида. Необычно, что и сказать. Давид вообще не был похож на царя, ведь он был маленьким мальчиком. Так что Давид был настоящей суперзвездой. Даже рок-звездой. Но ты уже, должно быть, понял, что мы подходим к сути всей этой истории. Давида все время считали слишком маленьким для решения сложных задач. И все же, во время войны с филистимлянами, только Давид согласился сразиться со страшным великаном Голиафом. Все остальные израильские воины попросту испугались. А ты что здесь делаешь, братец? Голиаф! Ты нам не поможешь. Иди паси стадо. Давид был единственным, кто осмелился выступить против Голиафа. Он знал, если Господь избрал его, то этот поединок завершится победой. Давид сражался без всякого супероружия. Он взял с собой только пращу и несколько камешков. О, давайте лучше на Давида посмотрим. Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа! Мой бог, не слабак. Так Давид победил Голиафа. А все потому, что его вера была очень велика. Он знал, что Бог может уменьшить любую большую проблему. В жизни каждого из нас будет немало таких Голиафов, то есть проблем. И мы должны научиться не бояться, а решать их с помощью Бога. Как это сделал Давид. Кстати, советую тебе посмотреть историю о Давиде полностью, кликнув на ссылку под этим видео. До встречи!